Болезни красят. Разве это так? Какими мы вступали в лазарет? Быть может, это вызов на этап. Да нужно бы кондиции дозреть. Сначала кажется, что это просто кашель, простуда мимолетная приспела. Но шепчет, в гроб кладут намного краше. На снимках не находят места целым. И не болезнь, как думалось, а смерть. Ступени тенью отмеряет скупо. Если бы так мыслилось нам впредь, готовились быть истолченным в ступе. Приходит размышление о былом, о ревности бездумной и о в объятиях, как скоротечно то ушло на слом, прощание на шаркающих пятках. Сгорает грех в температурной плавке, на вытяжку лежу перед персоналом, и душит астма смертной удавкой. Не палочки бацел, а ворох палок. Чин покаяния, ночная тишина, минуты отдыха на выжатых слезах. Благодарю за бывшее блаженство сна, как сладостно мне было в прошлых снах. Скрипит и ноет утлая ладья, пробоины дырявят корпус, днище. Со стороны подумать, что пьян, на сдачу пузырей качаясь ищет. Так почему не в полноте ценил все блага преимущества здоровым? Цепляясь за остатки прежних сил, за грех плачу совсем немалой кровью. Все говорят, что я похорошел, усох и пожелтел сушеный гриб. Умиротворение явственно в душе, за счастье мне болеть совсем охрип. 9 марта 2005 года.